оттуда он вылетел, из того поворота выходила, но некуда было, не успела, поэтому вот сюда шлепнул мне. Прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. Если поймут, ну, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль, когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье, я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все видели? Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего.
буду тем человеком, который снимает видосики, когда происходит какой-то ужас. За 5 минут так загорел. Скоро вызвали, нет? Наверное, баллон. Бак может взорваться. Лучше отойти, не, блядь. А, как? Давай, давай, помогу.
следствие. Сейчас это поворот на Митина. Пожалуйста. Там второй. Оторванное колесо. Сан Йонг последний. Ударил его. Не знаю, сели, живо надеюсь.